Курсы по финансовой грамотности пройдут и 4000 жителей Мангистауской области. Проект «Карсас Кугам» реализуется партия «Манат». Он стартовал в мае прошлого года и предусматривает оказание квалифицированной финансовой и правовой помощи и повышение финансовой грамотности казахстанцев. Сейчас он реализуется во всех областях республики. К работе подключились государственные органы, банки, ассоциации финансистов Казахстана. Задача партии – снизить долю проблемных займов среди казахстанцев и уровень высокой закредитованности. Это важнейший социальный вопрос, и партия не может оставаться в стороне. Сейчас мы боремся с последствиями, и поэтому считаем необходимым проводить обучение финансовой грамотности в школах, колледжах и вузах. Таким образом, мы сможем существенно повысить уровень финансовой культуры в обществе.